В Ярославле началась череда выпускных вечеров. 11 лет учебы позади, настали дни прощания со школой. Эмоции смешаны. Это и грусть, и радость одновременно. Впереди новые этапы и взрослая жизнь. Съемочная группа городского канала побывала сегодня на выпускном у ребят из 36-й школы. Чтобы уместить многочисленных приглашенных, выпускники переместились из родных стен в ДК Добрынина. Момент прощания со школой особенный не только для 11-классников, но и всех, кто принимал участие в их обучении. Многие из ребят с облегчением вспоминают тяжелую подготовку к экзаменам и признаются, что не зря старались. Удовлетворены результатами. В большинстве своем по обществознанию я именно с репетитором готовился. По русскому, математике, тем более я базовую сдавал. По английскому я все сам делал. В принципе, результаты меня устраивают. Собираюсь поступать в Демидовский университет на биофакультет. Вообще сдала так, как хотела, но химия мне еще не пришла, так как я сдавала в резерв. Надеюсь, что поступлю именно в Демидовский на биотехнологию. Для родителей выпускников сегодня тоже праздник. Вместе с детьми они будто заново прошли свои школьные годы. Вместе переживали за экзамены и готовились к выпускному. Я сам закончил эту школу, 36-ю, она для меня родная. Это такое тепло, такое прям родное-родное. Вот низкий поклон преподавателям, всем. Надеюсь, меня узнают. Спасибо за эти годы. Спасибо за понимание, спасибо за заботу, спасибо за тепло, которое вы дарите, несмотря ни на что, нашим детям. Среди 78 учеников этого выпуска 15 медалистов. Достойный результат. Есть среди выпуска и почти 100 бальники. Некоторым ребятам не хватило одного или двух до заветной сотки. Каждый выпуск, он особенные по-своему. Здесь, конечно, много ребят, которые занимались физикой, химией. И это подтверждает результаты ЕГЭ. У нас есть 98 баллов по физике, 99 по химии. То есть ребята сильные, хорошие. Вручение аттестатов, фото на память. Время, проведенное за партами, пролетело быстро. Впереди тоже учеба, уже за другими столами. А пока праздник и небольшая передышка перед началом новой студенческой жизни. Яна Хробова, Игорь Мосин. Главные телевизионные новости.